Сделаем область чистой. 1 апреля на территории региона стартует природоохранная акция «Отходы-2014». Ее основная цель – ликвидация несанкционированных свалок и контроль за соблюдением правил благоустройства. О задачах местных властей в этом направлении шла речь на заседании в правительстве Волгоградской области. Количество несанкционированных свалок в регионе растет. Только за последний год эта цифра увеличилась более чем на 100. Больше всего таких мест складирования мусора инспекторами Минприроды выявлено в Городищенском районе, Краснослободске, Волжском и Волгограде. И, как прозвучало на совещании, корень проблемы кроется отнюдь не в нехватке полигонов для размещения твердых бытовых отходов. В результате проведенной работы, которую мы вели последнее время, например, город Волгоград, Волжский и прилегающая территория у нас уже обеспечена местами захоронения. Но, как видите, ситуация как-то не двигается в лучшую сторону. Причина, по мнению правительства, в недостаточной активности местных властей в работе по сбору и вывозу отходов. Хотя все необходимые полномочия и рычаги воздействия у муниципальных чиновников имеются. Например, органы местного самоуправления могут штрафовать как рядовых жителей, так и организации, не соблюдающие правила благоустройства и обращения с отходами. Причем размер такого взыскания достигает 40 тысяч рублей. Однако на практике такие меры воздействия к нарушителям природоохранного законодательства применяются нечасто. Это ваш доход муниципалитетов, это ваша работа непосредственная. Вот результат проверки стало внесение 30 представлений. Должностные лица органов местного самоуправления были привлечены к дисциплинарной ответственности за неправильную организацию работы административных комиссий. Острее всего проблема несанкционированных свалок стоит в частном секторе крупных городов, особенно в Волгограде. Жители не спешат заключать договоры на вывоз мусора, предпочитая сваливать его в ближайшие овраги. И здесь особое внимание глав администрации было рекомендовано обратить на организацию регулярных рейдов и дежурств совместно с полицией. Откладывать проведение этих мероприятий в долгий ящик не стоит. Снег сошел уже почти повсеместно, обнажив всю остроту мусорной проблемы. Уже через пару недель во всех городах и поселках должны начаться месячники по благоустройству. Со своей стороны, правительство области обещает в апреле принять программу по обеспечению муниципалитетов объектами захоронения твердых бытовых отходов. Светлана Ликбарова, телекомпания «Актуба».